2 нуля и 2 тройки в серийном номере банкнота 10 тысяч тенге, который лежит на байковой поверхности 21 мая. Да, и нули и тройки разобщились. Ноль – это число начала, а тройка – это число материальности или материализации, да? Ни энергетика начала, ни энергетика материальности не получают усиление этой банкноты за счет того, что они разобщились. Вот тут можно отметить то, что идет повтор цифры сочетания 0,3 и 0,3. И можно сказать, что у этой банкноты пролетела мимо пятизначная зеркальная цифра. Есть 0,3, 5, 0,3. Если бы вот сначала вот 0 и 3 поменялись бы своими местами, вместо 0 была бы тройка, а 0 вместо тройки, то было бы 3, 0, 5, 0, 3. Пятизначная зеркальная цифра. И, соответственно, в конце тоже, если бы 0 и 3 поменялись местами, тоже была бы другая пятизначная зеркальная цифра, но этого не случилось. Банкнота опционала.